Новая находка в Помпеях проливает свет на то, как жил в городе средний класс. Обнаружили 4 новые комнаты в доме, раскопки которого начались ранее. В них осталось много посуды. Некоторые изделия хорошо сохранились, а от некоторых остались только осколки. С помощью гипсовой отливки также получили слепки кроватей, шкафов и других предметов мебели, которые были в доме до извержения вулкана. Находка сделана недалеко от храма Ларов. Его начали строить после землетрясения 62 года нашей эры. Так жители Помпеев хотели задобрить богов. Однако извержение Везувия в 79 году стало катастрофическим для города. Из жерла вулкана вырвалось 30-метровое раскаленное облако из камней, пепла и дыма. Погибли несколько тысяч жителей Помпеев, Геркуланума, Стабиев и небольших селений. Улицы и дома накрыло многометровой толщей пепла. Систематические раскопки в Помпеях начались во второй половине 19 века. Археологи находили в затвердевшем пепле пустоты. Заливая их гипсом, они получали слепки тел погибших людей и животных. Последние полвека в Помпеях идет в основном реставрация. Раскопать осталось менее трети города. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.